учетом поручения главы государства, данных на расширенном заседании, министерством выработаны основные подходы по развитию агропромышленного комплекса. Для увеличения производительности труда нами определены 4 ключевых направления, которые могут кардинально изменить ситуацию. Это внедрение современных точных технологий, ускоренное обновление сельхозтехники, развитие животноводства, а также интенсивное введение орошаемых земель. Именно в этих направлениях будет развернута политика господдержки. В рамках внедрения элементов точного земледелия, к которым относятся электронные карты полей, точные метеоданные, сенсоры и датчики, космомониторинг и другие решения, мы планируем разработать экономическую модель внедрения точных технологий для разных типов хозяйств, на базе университетов НИИ и опытных хозяйств организовать эффективное обучение и тиражирование этих технологий, а также внедрить совершенно новую систему их субсидирования.